Всем привет, ребят! Вот обнова, и у нас будет сейчас четкий роллинг, я надеюсь, на 82 тысячи самоцветов. Мы находимся на аккаунте моего подписчика Славы. Вчера он его предоставил, и сегодня у нас обнова. В принципе, как раз то, что нам надо. Надо очень много героев недостающих, и, возможно, выберем нового героя, посмотрим. Так, вот такой вот аккаунт, скорее всего, донатный 84, ну это не донат. Ник МТП находится в гильдии Мурчалки. Вот такая вот гильдия. Кидайте заявочки, вступайте. Первые, вторые места. Битва гильдии Атака Фартов. Босс 4. 21.00. Босс 5. 21.30. Форты 20.00. Факела 20.45. Все стандартно. Кидайте заявочки, вступайте. Гильдия. Ой, сила у них в районе 200 тысяч. Неплохо. В общем, кидайте заявочки. Сосок Сани. Вот такой вот веселый парень хочет к ним вступить. Так. Так, 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 так. Поехали. Посмотрим, что у него есть. Кого ему надо. Так, шапочка Бог войны. Отлично. Тыковка Берс. Так. Пятая ремка нужна. Отлично. Ну, Охненко тут однозначно не надо. Варлок БВшка. Ну, в общем, неплохой аккаунт. Таланты, таланты есть на героях. Ронин. Вот пример без донат. Ну, грубо говоря, это без доната. Это немного доната. Но аккаунты плюс-минус. Говорю, аккаунты, таланты плюс-минус неплохие. Так, Рино. Ну, нужно очень много имбовых героев ему. Все, дальше пошла смесь. Так, что ему надо? Сейчас я гляну. Анубис, Стрелок, Фрея, Афина, Биг, Бабка, Азура и новый герой. Вот так вот. То есть, сейчас постараемся что-то сделать, выбить. Так, что у него по волнам? Аджей по подземкам. Но по подземкам тут тоже, думаю, не все пройдено. Только шестые начал фармить. Ну, понятно. Ну, что, поехали. Сейчас глянем, что у него тут есть. В общем, блин, да, нормально синих кристаллов этих сумок накопил. И герои. Ну, в общем, вот как-то так. Интересный аккаунт, то есть не раскачанный там. Так, Тесса, это хорошо, Тесса у него уже есть. Посмотрим, какой у нас сегодня будет паладин. Афина, вот так вот, поздравляю. Первый твой недостающий герой, мы его уже выбили, в принципе, за минималку, как обычно. Ребята, с вас по лайкосику, поехали дальше. Поздравляю, очень неплохой герой. Но это еще не все. Там сколько? 5-6к мы потратили на него. Блин, что-то вообще вон, смотрите. Одна синь херачит. Леди Лео, череп. Блять, ну красавчик. Ну что, поздравляю тебя. У тебя есть новый герой, капитан Рогатка. Для PvP режимов просто обалденный. Блин. 12 тысяч, капитан Рогатка, от души поздравляю. Ну, я надеюсь, ты будешь рад этому герою. Я его уже тестировал у себя, именно для забытой, для PvP режимов. Это просто кайф. Просто, просто четенько. Поздравляю. Поехали дальше. Это еще не все. Это еще не самая имба. Нам надо, конечно, много героев хороших повыбивать, но... Так, Ара... Тыква, Суккуб. Как-то, ну, не очень падает, я вам скажу. Малышник. Давайте до 50. И пойдем, как обычно. Атлант. Рэд призрачный. Дракула. Ну, какое-то такое. Блин, ну, все равно два героя уже. И самое главное, что нового героя выбили. Огонь. Это просто огонь. Фея.
Кенди. Понятно все. Поехали, кого-то закромсаем или нас закромсают. Что-то бегают. Так, отлично. По акциях у нас ничего интересного не появилось. Блин, ну круто. Капитан Рогатка за 12к. Это вообще копейки. Варлок. Сердцеедка. РТшка. Ну что, ну это просто жесть, ребят. Анубис, блин, да круто, круто все. Просто жесть. Случайно нажал, но Влад Дракула. Блин, еще Фрейю Стрелка бы затащить. Огонь. Рыцарь. Повелитель Бури. У него ПБшка есть. Это уже поинтереснее. Дед Мороз. Вараджей. Ну, неплохо, неплохо. Кенди. Бульдозер. Асура. Вау, просто кайф. Ну, еще раз поздравляю, еще один недостающий. Блин, да это крутой рулинг. Выбили, блин, Афину выбили недостающую, Асуру выбили, Анубиса выбили, нового героя выбили, это просто жесть. Ну, конечно, Фрейю хотелось бы еще и Стрелка, но это будет что-то нереальное. Так, Капитан Дрейк, поехали в рейды еще, и двадцатку последнюю переролим. Ну, я думаю, и так парень будет рад, что дал в правильные руки свой аккаунт на роллинг. Поехали. Жесть. Я не знаю, за сколько мне новый герой выпадет. Я пока его ролить там не буду у себя. Мне надо разобраться будет с судьбой и прочим. Сегодня мифа уже возьму. Думаю, вы видосик видели уже. Ну, это просто огонь. То, что мы сейчас делаем. Так, бульдозер. Еще один повелитель бури. Зачем их столько, не знаю. Леди Лео, фараон, королева Гарпий, Тесса, елочка Тесса, фея, малышник. Ну... Ну, душегуб. Королева Гарпий. Ну, что я могу сказать? Поздравляю с героями, блин. Реально очень круто. Смотрите, 4 такие герои повыпадали. Это просто жесть. Анубис. Капитан Рогатка. Ну, это просто жесть, ребят. С вас по лайку за такой роллинг. Асура. И Афинка. Отличное начало дня. Ну, блин, достойно. Никак не нарадуюсь. Больше радуюсь, чем у себя выбиваю. Так. С какими они у тебя талантиками? Понятно все. Ну, тут все понятно. Асура, ну, круто. Сделаю сейчас ему принтскрин. Пусть порадуется, перекину в ВК. Даже сейчас сделаю. Загрузит. Так, отлично.
Давайте, у нас там еще акция есть. Заработай на героях. Посмотрим, что у нас здесь. В общем, вот так вот. Так, забрать. Забрать. Вот, кстати, миф карты героя. Посмотрим. Так, 10к. Может, будет сейчас еще доролить. И 10к. Отлично. У него по ресурсам. О, Плюшкин. У него ресурсов хватит на прокачку. Отлично. Вот так. Ну, поехали, добьем. Друид. Дракула. Может, хоть эти 10к. Ведьма. Суккуб одержимый. Смотрите, как начали легенды падать. Сноу. Капитан Рогатка второй, бля. Это жесть, ребят. Это просто жесть, а не роллинг. Я в шоке. Второй капитан Рогатка. Офигеть. Ну, тут просто мега имбовый роллинг. Я бы так сказал. Просто жесть. Так. Так. Че я хотел? Блин, ну круто, поздравляю. Это просто пипец. Чем мы там забрали? А, карты. Блять, еще один капитан Рогатка. Давайте. Ну блин, дайте стрелка еще отсюда. Блин, ведьма Ронин. Ну такое себе. Обидно, обидно. Ну просто вау. Это четкий был роллинг. Я еще и эти карты открою. Пооткрываю нахрен ему карты. Зачем они ему нужны? Зачем вот этот вот клан весь собирать? Самое главное, что у себя по 1000 уже собрал. Свыше 1000. Ну, в общем, вот так вот. Вот такой вот был крутой роллинг. 13 самоцветов у нас осталось. С чем тебя поздравляю. Я люблю тратить все под ноль. Ребят, с вас лайки. Это был мега крутой роллинг в начале обновы. Всем удачи, всем пока.